Все, дальше. Че, блядь? Я в 6 классе учился, нахуй. Я, блядь, не помню, нахуй. Я развернулся, нахуй, как в деревне оказался, нахуй. А долетел, он, блядь. Он большой он был или что? Конечно, нахуй. Он, блядь, за деревья бежит туда, руками хватается, нахуй. Там я на том берегу, с того берега рыбачил, там, ну, и плотно так березняк стоит, нахуй. Не, если бы я любопытнее был бы, нахуй, если бы мне любопытство бы перебороло бы страх, нахуй, я бы побежал за ним, следить бы пошел. А расстояние-то большое было до него? Ну да, так не часто. Ну сколько метров? 200-300? Ну 200, наверное, было, нахуй. А он тебя видел, да? Ну он меня увидел и побежал, нахуй, бля, а там... На меня бежать речка не давала. А-а-а. И вот он вдоль берега. Это... Он типа чтобы скрыться, да? Или съебаться нахуй от меня, или, блядь. Может он меня догнать хотел. Откуда я знаю, речка. И ты побежал в сторону дома. Ну, я что-то, блядь. Ну что, он метра 2.5 был здоровый такой, да? Да. Хуй, черного или какого? Коричневого? Ну, коричневый. А с другой стороны, думаю, блядь, ну может это и медведь был, нахуй. Медведь, медведь на двух лапах не бегает быстро, блядь. Ну, опять же, ну. Да не, видели. Рашид же тоже видел на мохнатой сопке. Седовато-рыжего вот такого, метра по 2.5, красноглазого. Ты детей-то возишь, надо двоих забрать и обратно. Ты не в курсе? Да нормально все. Дочка, блядь, уехала, блядь. Да, и что ты кому рассказывал, что тебе говорили про него, что да, а видели? А я там один раз, два раз рассказал, блядь, мне сказали, долбоёб, что ли, нахуй. Тебе не поверили, короче. Да, лучше, нахуй, никому не говорили. Это в каком году-то было, в 70-х? Так, если я в классе 6, 85-й. 85-й, не понял. Понятно. 85-й, 86-й. Из Сибирки мне кто-то тоже рассказывал, что это видели, нахуй, там, в районе Сибирки, нахуй, тоже. Ну, короче, блядь, водится.